Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел рассказать о игре под названием Zombie Whisper on the Dead. Это зомби-экшен от третьего лица. Данная игра абсолютно бесплатна, скачали ее более 100 тысяч человек, средняя оценка 3,6. Графически, ну это получается шутер именно от третьего лица. Вот что пишет разработчик о данной игре. Zombie Whisper on the Dead – это хардкорный зомби-шутер от первого лица, события которого разворачиваются на фоне мира, бьющего в предсмертной агонии зомби-апокалипсиса. Также какую вещь хотел сказать, что разработчик пишет, что низкие требования к вычислительной мощности, что позволяет комфортно играть даже на слабых устройствах. В настройках игры можно поменять управление игры и звуковые эффекты. Теперь давайте посмотрим, что из себя игра представляет. Идет у нас загрузка. Управление как осуществляется, то есть вот у нас тут стик, который вправо-влево, а это вверх-вниз, вправо-влево. Также мы можем приближать. Вот так вот наш автомат. И стрелять. Давайте, сейчас вот появился зомби, которого нам нужно убить. Сейчас он на нас пойдет, и мы его сейчас будем убивать. Так. Все, мы убили. Идем дальше. Тут сверху показаны наши патроны, наши жизни. Так, идем. Еще вижу зомби. Давайте сейчас кого-нибудь завалим. Параллельно достаточно сложноватый, в том смысле, что, ну... У меня, кстати, пули очень быстро кончаются в данной игре. Не знаю, как у вас. То есть у меня вот 18 патронов осталось. Вот, у меня... Я не успевал убивать зомби, и у меня пули мои заканчиваются. Может, в этот раз у меня получится пройти. Все, пули мои кончились. У меня что-то зависло там, и я умер. Все, сейчас зомби меня завалит. Все, я умер. Так, давайте еще раз попробую пройти. В этот раз, может, у меня получится лучше это сделать. Ну, на мышке достаточно тяжело управлять, я вам скажу. А, кстати, зомби, которого я убил... А, нет, не убил. Так. Идем дальше. Давайте, может, пройду в этот раз. Осталось мне 25 патронов. Вот еще один зомби. Так. Он пока меня не видит. Как я понимаю, еще тут показано вот ухо. Это звук, который мы делаем шагами, да? Так. Зомби, не подходи ко мне. О, смотри, с первого выстрела, оказывается, можно эти зомби убивать. Поэтому вы можете без проблем тут, как я понимаю. Так, идем дальше. Может, получится пройти. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Потому что очень такая-то, ты можешь сказать, хардкорная игра. Так, пока у меня получается, давайте дальше пройдем. Может и получится что-нибудь. Музыки как таковой нету. Просто какие-то звуковые эффекты. Отлично, я выживаю. Пока выживаю, у меня осталось 16 патронов. Где мы тут находимся, видите? Ну, графически, конечно, красиво сделано, но так... Интерьер достаточно бледный. Но это как бы... Интересно, можем мы... Нет, мы не можем. Бочку. Ну все, я... Я умер. Ну вот такая игра. Если нравится такой жанр, обязательно ее скачивайте. Тем более она бесплатная. С вами был Android Androidыч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.